Аффирмации на 21-е лунные сутки. Я целеустремленный человек. Я живу с любовью и радуюсь жизни. Моя жизнь великолепна. Я расслаблена и спокойна. Я позволяю жизни заботиться о моих нуждах. И я становлюсь человеком сильным и мирным. У меня прекрасное зрение. Я вижу все ясно и отчетливо. Я с любовью смотрю на мое прошлое, настоящее и будущее. Мой разум определяет мой взгляд на жизнь. Я вижу хорошее в каждом человеке. Я вижу это всегда и везде. Я с любовью создаю ту жизнь, на которую я так люблю смотреть. Я человек спокойный, уравновешенный, жизнерадостный. Я выбираю мысли, которые создают гармонию вокруг меня. Я люблю слушать все хорошее и приятное. Я люблю и ценю себя. Я достойное творение Творца. Я смотрю на себя глазами, полными любви. В этом мире я в безопасности. В словах каждого человека я слышу скрытый в них призыв к любви. Я стремлюсь понять других и отношусь к ним с состраданием. Меня радует моя способность слышать жизнь. Я заслуживаю все то хорошее, что получаю. Я выбираю мысли, которые помогают мне получать удовольствие от всего, что я имею. Я выбираю мысли, с которыми мне легко и радостно жить. Все идет согласно порядку, определенному священным правам. Я к жизни отношусь с любовью. А значит, я в безопасности. Ничто не угрожает мне. Я сохраняю свое «я». Моя душа спокойна.